Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Я хочу жрать! Сюда! Вкуснятина! Ням-ням-ням! Вкусный груз попался паровозику! Эй, ты! Чу-чу! Я не понял! Ты почему ешь моих людей? Я Чарльз! Чу-чу! Чарльз! Ты вообще кто такой? Я тебя первый раз вижу. Тут не написано, что это вообще твоя территория. Покажи, ткни. Чу-чу! Ты что, не понимаешь? Словами? Мне что, дать тебе по мордасам? Я Чарльз! Чу-чу! А я Томас! Чу-чу! Давай чеши отсюда! Ты не чу-чу, потому что я чу-чу Чарльз. Ты просто паровозик Томас. Я слышал про тебя. Тебе со мной не потягаться. А ну проваливай отсюда. Чувак, сам проваливай, это моя территория. Нет, это моя. Раз так, я еще вернусь, паровозик Томас, ведь я Чарльз Чу-Чу! Я запомнил тебя! Давай, я приду, чтоб ноги твоей не было! Чу-чукай отсюда, лох! Давай, почу-чукаю! Все, я тебя запомнил! Чу-чу! Ой, блин, дурацкий Томас паровозик! Чу-чу, Чарльз, я сильнее, чем он! Он дурак, дурында, блин, вообще! Ненавижу его, этого Томаса паровозика! Эй, чу-чу, Чарльз, а ну стой! У меня для тебя подарочек, на, получай! Не понял ты кто? Что тебе надо от меня? Ты теперь обезврежен и пойман с поличным! Что ты наделал? Я не могу двигаться, чу-чу! Где находится твой дружан, Томас? Ты что со мной сделал? Я не могу двигаться! Ты кто? Ну и отлично, потом узнаешь, кто я. Так, ну а теперь остается совсем мало, надо поймать Томаса. Где же он может обитать? Может быть, неподалеку отошел, кстати. Пойду его найду. Где же этот паровозик Томас дурацкий, блин? Блин, ну где же он находится? А вот и он! Ну все, он у меня нависит на мушке. Оп! Хорошо! Не так плохо. Почему? Что ты наделал? Я засыпаю. Все, теперь точно заснул. Теперь надо их собрать вместе и позвонить доктору Дмитрию с доктором Андреем. Узнать, что дальше делать. Так, ну все, готово. Осталось позвонить им. Алло! Алло, доктор Дмитрий, здравствуйте. Да, это я, Бабян. Ну да, тот самый, которого вы отправили. Забыли, что ли? Ну, понятно, короче. Я тот самый, чё звоню? Ну я поймал паровозик Томаса и чу-чу Чарльз. Да, что мне с ними дальше делать? Да, усыпил. Да, ага. А, в лабораторию? Всё, понял, добро, выдвигаюсь. А как мне их это, нести и перевозить чем? В смысле, на руках? Чё, совсем, что ли, кукухой поехали? Я же не унесу, они ж тяжелые. Все, ладно, давайте, на связь, пока, выхожу, ага, давайте. Скоро буду, через неделю. Это вообще никакие ворота, блин. Еще и на себе таскать их. Может, какую-нибудь проволоку найти хотя бы здесь, в гараже в этом. Ну все, Андрюха, давай ему электрический разряд. Должно быть все нормально, посмотрим, что будет с этим медведем. Димон, ты там все подключил к нему, а? Ну да, все коннекторы приконнекчены. Давай запускай, посмотрим наш эксперимент.
Так я и запускаю, но ничего не происходит. Чё такое? А, наверное, дизель-генератор ты нитритом натрия не заправил. Вот оно ничего и не работает. А, слушай, в натуре может быть. Пойду-ка раз проверю. Да куда ты собрался? Ты ещё не нажал на альфа-дельта кнопку, чтобы заправлять. Ау! Ладно. О, Бабян! Мужики, здорово, вы что, меня не видите, что ли, невидимка? Да не, ну что, ты все сделал, принес нам Чарльза Чучу и паровозика Томаса. Да, парни, все подготовил, можете идти проводить свои там опыты, фигопоты, короче, что-то хотите, то делайте. Андрюха, ты говорил, что не донесет. А он справился, наверное, что-то придумал, смекалистый Бобс. Молодец, Бабян, мы ставки ставили, сможешь ли ты их донести до лаборатории или не сможешь, ты донес. И кто выиграл? Я выиграл. О, ну давай тогда процент. Ага, да Андрюха мне должен пиццу, как закажет, потом дам. Ладно, пойдем покажем, где они, в лаборатории комплексе исследования? Ну да, да, все верно, там они. А, ну садитесь, доедем. Давайте посмотрим, и что, Бабян, хлопот доставили или быстро справился? Да вообще, как два пальца об асфальт. Вот они, паровозик Томас. Ого себе. И Чучу Чарльз. Ничего себе! Ну что, Андрюха, сегодня мы испытаем на нашем тестовом полигоне, кто из них сильнее. Мы выясним, какой из паровозиков гораздо опаснее. Бабян, ты с нами? Нет, я к жене поеду, она там меня уже неделю ждет, никак не можем сериал посмотреть. Ну ладно, Бабян, ты сегодня много работы сделал, не смеем тебя задерживать. Если что, жене передавай, скажи, на следующей неделе мы с Андрюхой тоже приедем. Хорошо. Да, досмотрим сериал «Дом дракона». Да, бери машину. Ну что, Андрюха, я думаю, у нас все готово. Бабян справился, поймал паровозика Томаса и Чучу Чарльза. Мы можем ехать на тестовый полигон и делать битву двух этих паровозиков. Ага, ну все, тащи проволоку, потащим их. Да, давай, Андрюха, за работу. Выясним, кто из них сильнее. Натуре. Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать на наш тестовый полигон. Как вы уже догадались, сегодня у нас будет эпичная битва двух паровозиков. Два опасных монстра сойдутся в битве. Тамус, опасный паровозик Томас и Чучу Чарльз, страшный паровозик. И нам действительно, друзья, стало интересно, а кто же из них сильнее? Они достаточно похожи в том, что у них вот такие лапки, как у пауков, что у одного, что у другого. Но в остальном, друзья, они максимально разные. Эти два паровозика сегодня сойдут в битве. Вы, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, кто сегодня одержит победу. Андрюха, ты как думаешь? Я, пожалуй, поставлю на Чучу. Ты посмотри, какие у него лапки огромные. Лапища. Если честно, Андрюха, я тоже поставлю на Чучу Чарльза, потому что он опасный, друзья. Он очень криповый. И я думаю, что он гораздо сильнее Тамуса, нашего страшного паровозика Томаса. Ну, а вы, друзья, ставочки, я надеюсь, уже написали в комментариях. Посмотрим, кто угадает, кто нет. Насколько сильный наш паровозик Чучу Чарльз или Тамус, опасный паровозик Томас. Ну что, Андрюха, я предлагаю отойти на безопасное расстояние и посмотреть нашу сегодняшнюю битву. Это противостояние века. Два паровозика сойдутся в битве. Ну, и, друзья, если вы все готовы, мы с Андрюхой тоже. Андрюха, ты готов? Да, я готов. Ну тогда точно, друзья, боевая готовность. И давайте. 3, 2, 1. Битва пошла, друзья! Вау! Нифига себе! Они, смотри, как фигарят! Андрюха, он его справа и слева! Вот это да! Смотри, закидывает! А Чучу Чарльз давит! Ого! Смотри-ка, откинул! Огрызнулся-то как, а? Не все так просто, друзья, не все так просто! Кто же у нас одержит победу? Кто же победит, друзья, в этом противостоянии? Смотри, как отгоняет его! Пошел он отсюда, эй, твоя территория! Реально, друг от друга отгоняют, друзья, эти паровозики. То один подбежит, то другой. И битва идет не на жизнь, а на смерть. Название самого сильного паровозика. Тома задымился, походу. Паровозик Томас, друзья, у нас проиграл. Чучу Чарльз сожрал паровозика Томаса. Вот это битва, друзья, вот это победа. Мы поздравляем Чучу Чарльза. Ну а теперь давайте, друзья, узнаем, сколько нужно паровозиков Томасов, чтобы убить одного Чучу Чарльза. Ну что ж, дорогие друзья, теперь давайте посмотрим на бой двух Томасов против одного Чучу Чарльза. Два паровозика Томаса, друзья, смогут ли они справиться с одним Чучу Чарльзом? Это будет интересно посмотреть, потому что один на один у нас побеждает Чучу Чарльз, а вот с двумя паровозиками сможет ли справиться наш Чучу Чарльз? Это очень интересно. Ты, кстати, Андрюха, как думаешь? Я думаю, нифига у него не получится, и они его загасят. Я тоже так думаю, Димон, если честно. Ну, друзья, как вы думаете, пишите в комментариях. Ну что, если все готовы, давайте смотреть. Раз,
два, три, два на одного, битва пошло! Ого! Нифига его занесло, Андрюха! Ой-ой-ой-ой-ой, ну дела! Его жестко, друзья, занесло, как будто боком. Он не знает, кого бить, он бьет одного, второго, потом одного, потом второго. Он просто не понимает, на кого ему распределять свою силу. Ага, они еще его отталкивать пытаются. Да, ты представляешь, два отталкивают, один оттолкнет, потом другой. Это ж вообще, когда ему бить-то? О, фигарит, фигарит, друзья, Чарльз наш побежал, побежал, побежал! С арены выкинули. С арены выкинули, друзья, боится чуть-чуть Чарльз, что ли, или лезет в бой? Вот это идет, суета. Идет, идет, грызет, грызет, гранит науки, ё-моё. Ё-моё, ребят, вот это просто суета. Куда они его выталкивают, ребят? Куда-то вообще далеко. Ну, смотрите, никто пока не умер, Андрюха. О, ладно. Накаркал, накаркал, Димон, накаркал, ладно, смотри. Ладно, друзья. О, Чу-Чу Чарльз! О, май гад! Он загасил двоих, Андрюха! Он победил двух паровозиков Томасов! Ничего себе, друзья, в нем силы! Вот это просто нереально! Ну ладно, давайте повышать ставки. Посмотрим три паровозика Томаса. Смогут ли справиться с одним Чу-Чу Чарльзом? С двумя он бился очень долго, и в какой-то момент я думал, что они его загасят. Но он их победил, а теперь у нас целых три опасных паровозика Томаса против одного Чу-Чу Чарльза. Андрюха, я не знаю. Все-таки я думаю, втроем они его загасят. Ничего у него не получится. Я думаю, втроем они просто его уничтожат. А мне кажется, что он сможет их вытащить. Ты думаешь, Андрюха, что он настолько сильный, что даже троих победит? Но мне кажется, да, он слишком лютый. Андрюха, ну не знаю. Давайте смотреть, друзья. Посмотрим, кто из нас прав, а кто нет. Погнали. Три, два, один. Битва началась. Ничего себе, они его выкинули. Это куда они его, друзья, выкинули? Он снизу, они сверху. Что происходит? Нифига себе, друзья. Вот и битва у нас. Вот и битва. Понеслась, родная. Понеслась. Пошел бой, друзья. Пошла битва. Вот это капец. Вот это они его фигарят, друзья. Вот это да, вот это прикол. Слушай, Андрюха, они его не подпускают даже. Мне кажется, у него нет шансов. У нашего Чу-Чу Чарльза. Мне кажется, они его зафигарят сейчас спокойно вообще. А я в него верю. Веришь? Ну, я не знаю. Может, он одного-двух максимум бьет, но втроем он, ну, не победит он троих. Смотрите, ребят, как они его зажимают. Как они жестко по нему фигарят. Как они его отталкивают куда-то. Чу-чу! Это ж вообще, это ж просто, Андрюха, они его просто не подпускают. Они его все время отталкивают. Ну да, борется до конца, но они его отталкивают, ребят. Они его сейчас к стенке зажмут, вот это будет прикольно. Одного убил! А, нет! Уф! Все! Все, Андрюха! Он ни одного не убил! Ни одного! Они все дымятся, смотри, Димон, они почти все сдохли. Да, он всем им нанес очень много урона, но из-за того, что их было три, он не знал, кого бить, они его не подпускали, и в итоге втроем они его загасили, друзья, нашего Чу-Чу Чарльза. Ну что, вот такие вот, друзья, у нас получились результаты, а теперь давайте пойдем и посмотрим на настоящее безумие! Ну что, друзья, вот оно и настоящее безумие, вы только взгляните, это же огромное собрание паровозиков, у нас огромное количество гигантских паровозиков Томасов, очень их много, ну и в центре стоят Чу-Чу Чарльзы, они тоже гигантские, их тоже очень много, и это, друзья, заруба сейчас будет действительно эпичная, ведь у нас будут сражаться титаны, увеличенные версии опасных этих паровозиков, это означает, что битва будет, Андрюха, просто сногсшибательная. Пишите, друзья, в комментариях, как вы думаете, кто в этой эпичной битве победит. Если честно, я не знаю. Андрюха, а у тебя есть вообще догадки? Мне кажется, Томасы справятся. Ну вот сейчас мы все это и узнаем. Андрюха, отлетай на безопасное расстояние. Если все готовы, друзья, мы начинаем через три, через два, через один. Погнали! О-о-о, Андрюха. Они их берут в кольцо. Андрюха, они зажали Чу-Чу Чарльзов. Паровозики Томасы зажимают Чарльзов. Ё-моё, в кольцо! Что же происходит? Они разбились на группы. Нет, они все в одной каше варятся. Как откидывают их жлюто. Да, Томасы откидывают Чарльзов, друзья. Вот это жесть, вот это жесть. Что происходит? Они как пауки дерутся. Один Чарльз уже умер, ребят. Один Чарльз уже отъехал. Жесть, второй Чарльз отъехал. Чё? О май гад. Ё-моё, Чарльзы вообще никого, что ли, не убьют? Так, я правильно понимаю?
Я не знаю, пока никого не убили. Ё-моё, ни один паровозик Томас еще раз я не умер. Чарльза, бегут. Бегут, Чарльза, ничего у них не получается. Они никто. Берут их кольцо, они разжимают его, короче. Короче, еще один чуть-чуть Чарльз умер, друзья. Ни один паровозик Томас у нас не умер. Во, один паровозик Томас умер. Нормально, одного убили. Хорошо, есть идет. Есть пробитие. Идет заруба, друзья, есть пробитие. Паровозики Томаса дымятся. Ох, остался у нас два чуть-чуть Чарльза. Всего лишь два чуть-чуть Чарльза. И все. Один чуть-чуть Чарльз, один! Все, смотри, ребята! Смотри, они идут! Они идут на него на одного, и это просто жесть. Вот так вот, друзья, чем больше паровозиков Томасов, тем они сильнее. Вот отстил, он еще одного забрал. Да-да-да, чуть-чуть Чарльз убил одного паровозика Томаса, но в итоге эта огромная армия паровозиков Томасов убила всех чуть-чуть Чарльзов. Слушай, Димон, у меня есть более безумная идея. Какая еще, Андрюха, идея? Посмотри назад. Ё-моё, это же эпичный чуть-чуть Чарльз. Андрюха, ты хочешь, чтобы он уничтожил всех паровозиков Томасов и отомстил за своих собратьев? Да, Димон, ты прав. Офигеть, друзья, наше безумие продолжается. Давайте посмотрим, сможет ли вот такой эпичный, опасный чуть-чуть Чарльз справиться с оставшимися паровозиками Томасами. Ну что, Андрюха, 3, 2, 1, погнали! Пошла жара, друзья, он их лазером фигарит, они его пытаются оттолкнуть, но у них ничего не получается, или получается? Ну нормально, он стреляет, отстреливается хотя бы. А он их вообще уничтожит, Андрюха? О, одного убил. Ну как видишь, пошел процесс. Так, друзья, одного он уничтожил, нормалек, один уже у нас уничтожился, дальше фигарит остальных, оставшихся еще одного убил. Еще одного! Нифига, всех фигарит, просто всех, это друзья. Это паровозные войны, Димон. Нифига себе, я думаю, паровозиков Томасов нет шанса, друзья, чтобы справиться с одним нашим эпичным чарльзом. Ну, жестко они его отталкивают, но это им не поможет, Андрюха. Он их все равно всех убьет. Он ведет бой на дистанции довольно-таки успешно. Он ведет бой, он всех своим этим лазером фигарит, друзья, и уничтожает. Жесть! Все! Одного за одним грызет. Не так много, друзья, у нас осталось паровозиков. Всего 3 штуки паровозика Томаса. 2! Все, он отомстил всех, капец, за всех своих братьев. Вот это мощь, вот это, друзья, мощь. Ну и я, ребят, думаю, что на такой забавной ноте наш сегодняшний ролик и заканчивается. Мы с Андрюхой надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментариев. Ну а на этом у нас все. Всем большое спасибо, удачи, болеть, успехов и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья.